Снега не будет, не оставляет надежд анапчанам главный метеоролог края Андрей Бондарь. Покойте лыжи, отправляйте с ними далеко-далеко в горы. Настолько далеко, что оказаться они могут уже на территории Карачаева-Черкесии. Например, на Кубани теплая погода, почти весенняя, поселилась надолго, и эта зима близка к тому, чтобы стать аномально теплой. За последние 10, а то и 20 лет, в ночь с 31 декабря по 1 января, какие-то осадки могут быть, но температуры, к сожалению, достаточно высокие. Плюс 2, плюс 4 градуса. Чтобы дождь превратился в снег, рассказывает Андрей Бондарь, количество осадков может быть слабое, умеренное. Они будут, скорее всего, моросящими. На всей территории края средние дневные температуры будут равняться плюс 9, плюс 14 градусов. А кое-где на юге достигнут и плюс 17, и только ночные понизятся кое-где до минусовых отметок. В общем, за нормальной зимой придется ехать на север, констатирует Андрей Бондарь. Еще теплее в предстоящие праздники будет на побережье Черного моря. Плюс 12, плюс 14 градусов, прогнозирует Росгидромет. И дожди вместо снега, которые переживут жители центральной части Краснодарского края. Ливнями с грозами обрушатся на курортную его часть. Нехарактерные погодные явления для этого времени года очень вероятны как раз в новогоднюю ночь, прогнозирует главный метеоролог. Днем 1 января возможны только остаточные явления. Олеся Давыдова, Гарник Санасян, 39 канал.